Так, это центр города, где было СБУ, есть налоговая. Вот тут машина такая. Залазит просто куча людей в АТБ набрать себе продукта. Вот так. Так это просто второй день. Это второй-третий день. Вот такое происходит. Лезут. Залазят в окно. Кто может, набирает продукты. Вот тут ехала машина и не приехала. Пиздец, блядь. Вот там его сынёшь, сука, он нахер. Ушли быстро отсюда. Быстро. Я сказал всем отойти. Вон. Вон, иди сюда. А ну быстро вылазим отсюда. Быстро по одному давай, бего. Открывай магазины. Иди, я сегодня в очереди. Открывай. Ну такое происходит в Мелитополе. 8:30. Куда ты тянешь? Что, блядь, нищий, сука? Чучело, блядь. Герои Мелитополя, блядь. Герои Мелитополя. Да. Второй.